Так, музыку выключаем, потому что я должен собраться морально. Я запишу эту реакцию на канал. Это будет микровидос. Микровидос на канал. Возможно, сейчас я буду самым счастливым человеком в жизни. Это будет мой лучший день в жизни. Либо я расстроюсь так, как я не расстраивался никогда. Четвертое место плюс 15. Нормально. Идем смотреть обнову. И в этой обнове, в этом обновлении, что-то сделали с моим самым любимым героем. А что, мы сейчас узнаем. И посмотрим вообще в целом. Захват экрана. Злопасность. Ну, это Дрожжеглот. Это я уже видел. Вы кладете в руки дрожастика. 1-1, который повторяет все болевые кличи карт, которые вы разыграли. Срабатывает дважды за игру. Всех прочих карт, разыгранных вами в этом матче. Цели выбираются случайно. А, случайно? А, ну, кстати, прикольно, интересно в игре. Дрожастик. Причем, смотри, вы кладете в руку дрожастика. Типа он в руке. То есть ты его можешь разыграть, ну, типа, не сразу. Ну, это ладно. Может, ну, вообще интересно выглядит. Надо будет посмотреть, как это вообще, ну, в целом. Так, идем. Next. Дело в шляпе. Пассивный эффект. После того, как вы продаете существо, случайно существо в таверне получает 1-1. Срабатывает дважды. Пассивный эффект. После того, как вы продаете существо, случайно существо в таверне получает 1-1. Срабатывает трижды. Нифига, офигеть. Слушай, это интересно. Это типа, это огромный баф. Потому что трижды, как бы, оно кажется, что это всего лишь 1-1, но по сути, когда ты на этом герое делаешь существо 40-40, оно будет не 40-40, оно будет еще больше. Ну, не знаю, насколько это вообще, типа, все равно клевое. Надо просто поиграть и протестировать. Возможно, оно будет очень даже и неплохо. Но это не точно. Я не знаю. Два раза нажать за игру, ты можешь всего. Ну, два раза, но в любом случае, это лучше, чем... Лучше того, что было. Лучше того, что было. Потому что... Ну, раньше вообще не играбельный герой был. Сейчас, ну, может, что получше будет. Это прикольно. Может быть, заиграет. Наконец-таки. Сейчас. Сейчас. Внимание на экран. Пожалуйста, решается вообще, буду я играть в эту игру дальше, или я ее просто удаляю с компьютера и больше не захожу туда. После того, как вы продаете Мурлока, добавляет случайного Мурлока в таверну Боба. Это сейчас так. Пассивный эффект. После того, как вы продаете существо, добавляет случайного Мурлока в таверну Боба. Если мне хотя бы один человек напишет то, что этот герой вообще слабый сейчас... То есть, понимаешь, вот до того, как вот это вот сейчас ввели, до того, как это сейчас ввели, это было сильно. А сейчас, пожалуйста, Blizzard, если вы смотрите сейчас это видео, кто-нибудь оттуда, кто придумал вот это вот сделать, выдайте ему премии просто. Я бы ему руку сейчас пожал бы, вот если бы он сидел передо мной, я бы просто, я не знаю, обнял бы, поцеловал. Это... Что это? Да, давай. Этот бокал я поднимаю за самого... дисбалансного, самого сильного и просто невероятного героя. А все это все, это не контрец. Ну вообще, кстати, скорее всего, вместе с этой обилкой поменяли немножечко и шансы. Я в этом уверен. Поменяли чуть-чуть и шансы. Теперь, наверное, раскопочки будут не так падать, как они падали вот с этой обилкой. Ну, типа, стандартная фигня, но зато можно крутиться с любым существом. Что вообще за тебя? За вас, чат. Вообще этот бокал. Так, у нас еще два героя, подожди. Не, ну, это все, это все. Это, скорее, мой прогноз, они вернут его в обратную сторону. В обратную сторону. Чик. Отправляет существо из таверны Боба в спячку, через три хода вы получаете его с 1-1. Фигня. Отправляет существо из таверны Боба в спячку, через три хода вы получаете его с 2-2. Фигня. Я когда терли сделал, я сказал то, что этот герой мусорный, отвратительный, очень плохой. Мне говорят, пук-пук, тир один. А почему его тогда бафают? Ну, хотя почему тогда Флургла бафают? Ну, ладно. Ну, за Флургла просто очень сложно играть. Люди не понимают, как играть. Ну, сейчас вообще можно ноубрейн играть. Ты просто жмешь одну кнопку, и ты уже побеждаешь. Ну, это... Это ничего не дает, по сути. Вот это вот 2-2. Вообще ничего не дает. Салам, подписался на тебя, сегодня видос огонь, у тебя 80 левел разыгровки, просто видос с идеальной бомбой экзодии, это вообще пушка. Митроль, спасибо большое. Ну, рад, что нравится. Вообще, подписывайтесь сейчас. Очень нужна ваша подписка, потому что скоро 10 тысяч. Надеюсь. Очень на это надеюсь. Ну и последний герой остается. Заменяет существо... так. Заменяет существо из таверны... подожди, заменяет существо на случайное существо из таверны того же уровня. Срабатывает дважды заход. О, прикольно. Слушай, а мне вообще этот... Ну, вот, честно, Маригас как персонаж мне очень даже симпатизирует. А типа сейчас он еще сильнее стал, получается. Причем в разы сильнее. То есть я буду его еще чаще брать. Получается, что сильно, получается, или что? Получается, что сильно.
Это, наверное... Ну, мой вердикт, смотри. Это, наверное, одно из лучших обновлений вообще в целом, которое когда-либо было. Оно же завтра выйдет, да? Это пойдет, кстати, на YouTube. Можете передавать пока приветик ютубчику. Там, там завтра же это вот выйдет, я прям так и залью. Назову видос «Лучший день в моей жизни». Вот так я его назову. Завтра, значит, будет стрим, мы обновим игру, я пойду на Америку, и я должен найти Флургла, чтобы протестировать, как это работает. Мне кажется, теперь можно будет сделать не просто 200-200, а можно будет 500-500 мурлоков сделать. Ну ладно, все равно все зависит от Брана, да? Не, ну вообще, в целом, Флургл никогда не зависел от Брана, а сейчас он вообще независимый персонаж. И как бы... Вот теперь его будут сравнивать с Навилой, нет? Как считаешь? С Навилой. Нифига. Навила. И, кстати... вот тирлист, который я хотел завтра залить, тирлист, я его в любом случае залью, и по сути ничего в нем не поменялось. В тирлисте Флургл топ-1, сейчас он не просто топ-1, сейчас он топ что-то выше, выше всех по сути. Ладно, ну, кто смотрит это на ютабе, пишите в комментах, что вы об этом думаете. Вообще о героях. Не, ну, прикольно, нормально. Ну, просто вот, это вообще бесполезно, надо же с этим еще что-то делать. Ну, как-то очень слабо, на самом деле. А, вот это очень, очень клево, вот это очень сильно. В принципе, пятой карты можно вот так перетыкивать, вот так перетыкивать. А, без комментариев. Вот это надо протестировать чуть-чуть. Потому что, ну, на самом деле, очень сложно на нем играть сейчас, на этом герое. Там все равно все от токенов зависит. Даже если ты находишь много токенов, ты все равно не побеждаешь. А, вот это я не могу понять вообще. Ну, пока что. Пока что. Мне кажется, что это прикольно, но это не настолько прикольно, насколько это может быть. Поэтому дрожастик, жди. Мы еще поиграем. Это когда будут изменения. Завтра. Да ты на любом герое делаешь красоту. Ну не. Типа, лучший день в моей жизни. Я не могу. Харстоун, дай бог вам здоровья в вашей игре, вашим разработчикам и вообще вам за то, что вы радуете нас такими прекрасными обновлениями. Вот все, что я хочу сказать. Поехали играть.